Всем доброго утра! Сразу с утра пофотографировала тортик. Сейчас мы его отвезем на день рождения. Так, мы сейчас едем на кладбище. Торт отвезли. Звучит это, конечно, странно. Да, сначала на старое. Да. Так, сейчас же надо где-то еще машину постовой глянь. Тут что-то за салон у нас, да? Тут еще сливная. Все нормально, да? Чуть подальше, там мы еще выехали. Нормально? Все, мы сейчас едем на другое кладбище. Возле нашего дома, которое. А, мы первые? Ну туда, до бабушки Любы, на третий получится. Первый, второй. Второй заход, да? То есть вот это первый? Нет. Поехали на обед. Ты будешь играть на улице? Афоня сразу за свой транспорт. Сейчас, подождите. Твой мотоцикл? Ты умеешь на нем ездить? Это его мотоцикл. Папе надо говорить, папа, давай тебя сортировать. Да, двор. Дети принесли. А я бабушкины тапки, видишь? Ну, чтобы побыстрее. Папа там пика пекал. Да? Красиво груша зацвела. Афоня, ты катаешься? Говорит, он и гольфики. Что, не длинные? О, нифига себе. Ну, красивые, тебе нравятся? Тебе платьице одеть? Давай. Так, обед у нас. А, это мне, да, борщ? Ты думала, что это может пасть? Садись на свое место. Так, борщ будешь? Нет. Ты будешь борщ? Садись. Зоечка, ты будешь вот борщ? Антоша, борщ. Иди к дежке Пете сюда. Садись. Марго, ну что там у тебя? Маргарита, ты будешь садиться? Маргарита, ну ты же знаешь, что ты можешь зацепиться и порвать их. Ого. Поэтому лучше их снять, а потом сзади красивенький. Так, все, мы домой. Подожди, Афонь, подожди. Тут у бабушки дорога с дедушкой. Давай руку. Ты тут, ты с другой стороны. Ну, сейчас папа откроет. Подожди. Папа, открывай. Сержунечка, открывай нам. Нам одну надо. Сержунь, открой нам. Потому что нам одну мы сразу напрочим. Афонь, не дергай сейчас. Папа откроет. Сержунь, открой нам машину. Ну, за. А мы, в общем-то, едем в деловые линии забирать мой подарок. Да, посмотрела, все нормально, все туда мы едем. В общем, где-то здесь на улице Покрышкина, Александра Покрышкина, западный объезд. Сейчас мы на магните, в общем, развернулись и опять едем в сторону Красной площади. И где-то тут деловые линии. Вот мы уже подъезжаем к деловым линиям. Если честно, первый раз мы, по-моему, транспортные... А, мы с Деком тогда, да, получали посылку этот, как его называют, проектор. Вот, и сейчас будем деловыми линиями принтер получать. Так, я все оплатила. Сейчас идем все получать. Склад номер один. Так, все, тихо. Сейчас мы найдем склад номер один. Там он где-то. Да, вот это ж наше, да? Это мое. Да. Ты открывай багажник. Ты возьмешь его так? А он в офисе, нет? А, да?
Там было написано 13 килограмм. 13 это что, 10 килограмм, это ведро воды, как бы ж, да? Давай туда, наверное, конфеты. Ну, конфеты все равно мешают. Что даже, блин, парковка на Бау-центр забита, прикинь, вот вообще мы заехать даже не можем, потому что там все забито, люди ставят уже здесь по трассе. Слушай, там, случайно, кладбище нигде нету, что ли? Да, у нас на кладбище была такая же очередь. Сравнили бокс. Не, ну, в принципе, там есть подручный материал. Нет, гля, даже в метро, хоть в метро иди ставь, да? Да и в метро забито, глянь. Ну что это за машина? Чего не вот это тут? Я не знаю. Скидки ж на газонокосилки же просто. Да? Не, ну сейчас поехали, но неизвестно куда они там поехали. Потому что даже здесь вот машины поставили. Тут... На островах безопасности. Угу. Не, ну и вообще, а и тут. Коно Корсо. Итальянская сторожевая. Угу. Понял? Угу. Да. Мы тоже хотим сюда эту пробку. Это, с палаткой приехать, он палатку там поставить. Ставили мы машину. Смотри, она там машина. Угу. Какая, смотри, какая. Какая, какая? Вон белая. Угу. Машину поставили. Мы молодцы. Принтер забрали, только не знаю, как мы газонокосилку будем грузить. Папа. В Бау-центре. Папа, можно вот такие? Несколько можно взять? Какие? Давай шапку. Это электро надо. Просто да, надо просто... смотреть, какие фирмы. Ну, это большие. Газонокосилка, вот электро, это за 10, да? Она же, надо же тебе такую, чтобы она шапка. Ну, у нас это там немного. Большая была. Ну, да. Я что, тут на цены смотрю, когда-то мы тогда были, они как-то были, да? Или тогда был не сезон? 4. Вот 4, вот 5. Вот. А, 1,5 киловатта, вот, да? Вот Гордена, в принципе, Германия, тоже маленькая. В принципе, эта фирма неплохая. Мама, вот такая тебе. Ну, и смотри. Такая же, и ножи такие же. Смысл такой, как у нас, да, был, да? Мама, такую тебе надо. Сам сборщик этого, да? Ну, это хорошо. Он побольше. Ну, объем контейнера, вот смотри, они даже пишут, вот это 35 литров. Ну, там по захвату и вешается. Видишь, это если просто из этой, вот она, ага, вниз будет. Ага. А если с этой, то вот они, дырочки. Ну, да. Вот. То есть легко. Попай. Ну, попробуй. Хорошо оно? Ну, смысл такой же. Ну да, смысл ручка такой же. Не, ну ручка уменьшает, должна это... Ну да, регулироваться. Нет, да. Она вниз не опустится. Ну она просто укорачивается, да? Нет, она просто... А что она должна? Складывается? А, меньше может сделать. Ну я же говорю, туда она всовывается внутрь, да? Нет, это выше, меньше она... Это все равно с ней рядом будет, когда попробовать, все равно... Так, одевай куртку, сейчас уже поедем. Ку-ку. 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 Так, аккуратно, Афонечка, аккуратненько. Как сидеть? Сидеть. Не кричи, Антош. Как сидеть? Все, папа косит. А, полив? Давай. Тут вот есть для резинки, чтобы не держать ее все время. А, ну видишь, как круто. Ну, вот тут отгибаешь руку и провод вытаскиваешь. Ага. Так раз и все. Круто, короче. Немцы придумали, да? Наш полив, Рексик, отходи. Афонечка, иди сюда, чтобы ты не намочился. Видишь, там брызгает. А вот эту нам надо все время крутить, да? Либо на одну сторону, либо на другую. Мама,
Просто она там много выливает. А. А, раздеться и идти туда, вода-то еще холодная. Ну, не еще, она то тут всегда будет. Мама, мама, да, там все хорошо. Нет, мочиться сейчас не надо. Ты же видишь, что сейчас холодно на улице? А там можно. А, ну и там все видно, что полное, да? Так я могу уже и тут покосить чуть-чуть, да? Да, я там выпишу. Ну, я давай сейчас белье сниму, да, чтобы удобно было. Я не хотела за белье. Ну, да. Мальчики едут на одном колесе. Вы куда? В мастерскую? Колеса мамины? Ну давайте, катите. Вы уже сколько перекатили? Одно. Ну и идите, катите еще. Родня выходит, а дети тут уже играют. Дети, у нас тут вся бригада. Что случилось? Зачем тебе фонарь? Гриш, ну ого, тут пылище. А что вы такого делаете? Белки ездят, а мы в хоккей играем. Папа выходит уже сейчас в школе. Гришенька. Тут пылище вообще. Так, все, мы спать. Мам, это дом на моей. Мам, а ты знаешь, Арсений отказался в садик ходить. Да ты что, разве так можно? Нет, я не откажусь никогда. А, Лук! Ты откажешься? Да. А почему? Я хочу в школе быть отличником. Да? А ты была отличницей? Нет, я хорошисткой была. А, значит, ты хорошо училась. Пятерки были? И четверки. И тройки. А я нагата дика. На шпагат у тебя? Да.